Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем гонять в Евротрак Симулятор 2. У нас сегодня очередная новая доставочка, мы, ребята, сегодня едем в Брест из Минска и, собственно, везем с вами пустые палеты. Вот так вот все это выглядит. У нас, ребята, сегодня Мерседес, ну и давайте тогда начнем наш путь. У нас, к сожалению, нету навигатора в нашем грузовике, поэтому, ребята, сейчас мы, думаю, будем настраивать уже именно карту. Так, я немножко изменил, как вы видите, внешний интерфейс. Так, а где у нас выезд отсюда? Так. Вот эти ворота? Серьезно? Или вот эти? Скорее всего, вот сюда нам. Вы, ребята, обязательно поддержите видосик лайком. Ваши лайки очень помогают в продвижении видео, в попадание в какие-то поисковики. Я пока не совсем понимаю, где у нас обозначение нашего пути. Куда нам вообще ехать? Ага, вот, все, он появился. Ну, теперь осталось только отсюда, как я понимаю, выехать. Но тут такой поток, что, ребята, мы можем встать довольно долго. Я вообще отсюда выезжаю или нет? Может быть, где-то здесь... Да нет, это как раз-таки тот выезд, который нам с вами нужен. Так, посмотрим сейчас с внешней камеры. Не, ну нам как раз сюда. Нам как раз, ребята, сюда. Нас никто пропускать не хочет. Странно, конечно, делать такой выезд. Так, а что если прям вот... Так, дружок, давай-ка ты нас немножко пропустишь. А я не смогу так выехать. Вычисление нового маршрута. Да ну стой, ну куда ты? Так, лады, ребят. Хотя бы так. Ну вот не хотят они пропускать ни в какую. Ты вроде даешь понять, что ты выезжаешь, но парень начинает топить в газ. Но это искусственный интеллект. И здесь частенько такое бывает, даже когда ты включаешь поворотники, неповоротники. Очень часто под тебя ныряют машины. А что там за проблемы такие на въезд? Очень, очень медленно по нашей полосе. Вот автобус встал, он просто не может сейчас выехать на соседнюю полосу, да? Я понял вас. Ладно, придется все опять делать самим. А, вот как я поехал, он решил все-таки выехать, да? Ну ладно. Здесь мы, ребята, значит, уходим направо. В следующей серии, скорее всего, друзья, мы возьмем кредит. Мы постараемся, наверное, купить себе первый автомобиль. И попробуем взять какой-то первый внешний заказ. Это будет, ребята, интересно. Потому что сейчас в основном мы как раз ездим на грузовиках, которые дает нам агентство. А так мы сможем брать любые внешние заказы, которые нам понравятся. И как раз-таки там, я думаю, мы сможем разделять серии на
несколько выпусков, чтобы они не затягивались, но маршрут при этом у нас будет такой довольно длинный. А сейчас мы вынуждены выбирать только то, что нам дают. Брест. Нам вперед. 316 километров. А нам остается... Также, что касается модов. В комментариях продолжают ребята спрашивать. Под прошлым выпуском я оставлял сайт в закрепленном комментарии, на котором я беру все моды. Дополнения, которые официально вышли, они у меня куплены все в Стиме, так же, как и игра. А карты типа ProMods... что еще? RusMap. Это, ребята, скачано как раз-таки с сайта и с официального сайта либо промоца, либо с сайта, который я оставил в закрепленном комментарии. Все это можно найти там. Других пока что карт никаких я не ставил. Есть различные там «Суровая Россия» и «Тыры-пыры», но для них в основном нужно отключать большинство других модов. Поэтому пока у меня, так скажем, золотая связочка именно вот «Юг России», если я не ошибаюсь, «Русский регион». Точнее, RusMap, ProMods, стыковка как раз ProMods и RusMap. В общем, все в этом духе. Я думаю, найти несложно будет вам видосики по этим картам. Много есть специализированных каналов по ETS, я уже говорил об этом не раз. И я думаю, поискав сборки карт, прям так и пишите, ETS-2 сборки карт. Вы найдете много всего. Можете также написать название и сборка карт под какую-либо версию. И, собственно, там вы все найдете. Если вы играете не на последней версии, я знаю, что есть ребята, которые, например, играют на пиратках и не обновляют их просто. На, там, не знаю, 1.39. Вы тоже можете все это найти на просторах интернета, на просторах Ютуба. Ребята делают шикарные сборки. Единственное, да, когда у вас очень много карт, и они все вместе, от вылетов никто не застрахован. У меня уже было просто так в прошлый раз, когда я снимал, я поставил тоже RusMap, и у меня либо машина падала под асфальт и улетала просто за пределы карты. Я ставил моды на некоторые грузовики, когда у меня при поворотах цеплял немножко кузов грузовика, и его просто сминало. Кто-то говорит, вот, ты просто ездишь не по правилам, просто у тебя ночь, ты ничего не видишь, но когда ты ставишь моды, это баги модов. Именно когда у тебя сворачивает кабину, например, это никак не связано с игрой и с каким-то моим, не знаю, лихачеством на дороге. Если у вас грузовик проваливается под текстуры, это значит либо какой-то баг в карте, и вы не можете там проехать, либо это просто конфликт с самой машиной, которую игра не воспринимает на некоторых участках нормально. Ну, скорее всего, если под карту улетает, то это баг именно стыковка. Стыковка дорог на некоторых участках, и здесь уже помочь сложно. Потому что я помню, у меня был один конфликт. Я поставил пак грузовиков из ETS, таких вот с длинной мордой грузовики американские. И какой-то из них я случайно установил еще отдельно. Из-за этого был конфликт, и постоянно у меня игру, когда я выбирал какой-либо груз, у меня игру просто выбрасывало. И выбрасывало на меню еще выбора грузов, потому что, грубо говоря, одного грузовика было две штуки. И он просто конфликтовал, я долго думал, в чем же проблема, потом заметил, что в этом паке есть точно такой же грузовик. И именно в нем была и вся проблема, поэтому либо где-то записывайте, делайте пометки, либо не устанавливайте просто большую кучу модов, либо просто всегда запоминайте, что и как вы ставили. И еще один совет, если вы в гараж какую-то машину, добавленную из модов, себе закинули, потом убрали мод, то при входе в гараж, в принципе, вас тоже может выдавать ошибку, или просто во время игры может выдавать ошибку, потому что вот эта машина, которую вы удалили из модов, она у вас осталась в гараже. Так что лучше модернизированные машины в гараж либо не ставить, либо перед тем, как вы мод убрали, убирать их из гаража. Но поскольку у меня сейчас только один гараж, денег на все это нет, нет еще своего грузовика, я особо по поводу этого не парюсь,
а моды на грузовики, которые есть в заказах, я пока тоже не ставил. Сегодня довольно свободная дорога. Что касается трафика, про это меня тоже спрашивали, как я иногда так получается, что вот у меня куча машин, что я выехать не могу. Это, ребята, менялось в текстовом файле. Там есть измененный текстовый файл в игре, который вы тоже можете найти в интернете, как его менять. И там вы настраиваете просто поток. Там есть такая строчка «Трафик». Изначально он стоит на единичке, на 1.0. Я его увеличил до 3.0. Если я не ошибаюсь, максимум, по-моему, это 6.0. Но при этом вы должны понимать, что транспорта может быть очень много. Плюс я еще ставлю моды на разнообразный трафик. Поэтому у нас вот когда мы ездили с вами по Иберии, когда был первый смотр, там, если вы заметили, у нас иногда ездили российские машины. Мод был еще не адаптирован, поэтому частенько там в Испании, например, КамАЗы ездили, УАЗики, Буханки. Такое тоже может быть. Ну, не знаю, по мне так хотя бы это как-то разнообразно выглядит. И за счет этого трафика тоже может иногда проседать FPS. Я помню, что на старом компе так у меня вообще игра, например, после установки всех модов могла грузиться минут 20. И это чувствовалось. Иногда на большой скорости, в большом потоке, там FPS до 40 мог проседать. Сейчас я обновил железо, и в принципе на максимальных настройках сейчас с прорисовкой в 200% игра даже с модами, с картами вроде как работает стабильно и загружается довольно быстро. В общем, у нас сегодня такой ролик, посвященный именно модам, всем тем, как это все устанавливать. Вы, ребят, если какие-то вопросы есть, вы обязательно пишите в комментариях, я что знаю, подскажу. Я не скажу, что я большой профи ETS, но играю уже давненько и много чего устанавливал. Кстати говоря, я убрал, поставил мод на убирание крестиков, который, помните, вот это вот заблокированные дороги, куда нельзя поехать, но крестики висели в воздухе. Вот их я убрал. Не знаю, сработают это или нет. Потому что я помню, когда только обновился патч 1.40, я тоже ставил, но с 1.39, и он никак не работал. Я сейчас вроде скачал под 1.40, хотя при скачке тоже писал 1.39. И в итоге я не знаю, работает он или нет. Так, у нас осталось, ребята, 120 километров. Посмотрим сейчас. Ну вот интересно. Опа-опа-опа-па. Здесь как-то резко решил парень притормозить. Вот здесь дорог направо вроде нет. А по карте что-то есть. Я думал, как раз может быть здесь и есть какая-то вот дорога, куда нам не проехать. Возможно, вот она есть как раз. И возможно, там был бы крестик. Но это пока не точно. Сегодня радует то, что нет никаких осадков, хотя довольно такие густые облака. Я живущий человек в Питере. По таким облакам частенько понимал, что может пойти скоро дождь. Но, возможно, и у нас он скоро может пойти, так что нужно поторапливаться. Еще 100 километров нас с вами ждет. Здесь, в принципе, прямая. Что касается измененной карты вот сейчас, я вообще подготавливал именно этот мод под навигатор в машине, оставляя только вот эту верхнюю панельку с расстоянием, временем, потому что так мне просто удобнее ориентироваться по бензину, по уровню сна и всему остальному. То есть, в принципе, вот карта, которая есть сейчас, она не особо нужна, если у вас есть навигатор в машине. А вот по этой панельке тоже ориентироваться не всегда удобно. Не во всех грузовиках эта панелька сделана, на мой взгляд, как-то привлекательно и смотрибельно. Ну и, собственно, пока я оставил все это так. Также по зеркалам этот мод, он меняет немножко зеркала, то есть они начинают выглядеть вот так вот маленькими в уголках, что тоже особо не бросается в глаза и, на мой взгляд,
тоже довольно удобно. Так, тут нужно притормозить, тут что-то произошло у ребят. Так, давайте-ка сразу перестроимся. Тут ремонтируют дорогу. Так, пропустим вот этого парня. Идет ремонт дороги. Ребята стараются, ремонтируют. Здесь, по-моему, не больше 50 разрешено. Ну все, а здесь уже можно, как говорится, подтапливать. Ух ты! Спидигонщик. Хочется уже купить свой грузовик, тогда его можно будет как-то всячески модифицировать и... От наших уровней, которые мы с вами прокачиваем за счет полученного опыта, можно будет открывать новые двигатели, новые какие-то косметические фишки для салона, для внешнего вида. И я думаю, как раз это добавит тоже интереса. Да и плюс те заказы, которые будут во внешний для нашего собственного грузовика, они будут, мне кажется, поинтереснее, чем вот такие вот пустые палеты. Там можно будет выбрать самому, что ты хочешь везти. И, собственно, я думаю, это тоже добавит интереса для вас, как для зрителей. Ну и у нас остается, ребята, 35 километров. Сейчас посмотрим по карте. А, я все время забываю, что не это у нас меняет эту карту. Ага, Брест прямо. То есть нам никуда здесь не нужно будет съезжать. Мы прям в него заезжаем. И там уже будем смотреть, куда нам нужно доставить эти палеты. У нас получается такой путь по диагонали. Мы начинали где-то сверху. И теперь уже доехали до Бреста. Не знаю, на самом деле, вы напишите в комментариях, может быть, стоит пока продолжать вот именно такой путь и подкапливать деньги, а уже потом, скажем, добравшись до, к примеру, не знаю, Испании, если мы будем также ехать дальше, то там уже купить себе новый грузовик и выполнять какие-то доставки. Просто тоже не хочется сейчас все деньги, которые есть, вбухать в грузовик, остаться, так скажем, с нулем, потому что в своем грузовике нужно будет заправляться самому. Также весь ремонт тоже будет на нас. И поэтому нужно иметь средства для всего этого. Смотрите, какой-то храм. Здесь у нас пост ДПС. Ну, я, конечно, про храм говорил, не про них, а вот про этот храм. И здесь нам нужно будет сейчас... Опа! Вот я и влетел, ребята. Ущерб 3%. Этот автобус... Конечно, не здорово. Не здорово получилось. Посмотрите у него, сколько расстояния, что ты стоял. Я ожидал, что он просто медленно притормаживает, а он резко дал в тормоз. Ладно, перестроимся сюда. Вот иногда транспорт, на самом деле, в ETS-ке работает очень странно. То есть ты даже сбавляешь скорость. Понятное дело, что здесь светофор, но он прям остановился очень резко. Очень резко, и иногда транспортный поток ведет себя странновато. Ну, минусанут. За 3% ущерба нам точно минусанут. Так, а нам куда поворачивать? Нам не здесь еще поворачивать, нам вот тут поворачивать.
Так, ну с этими я успею проскочить. Прикольно, кстати говоря, выглядит город. Многоэтажки какие-то. Приготовьтесь к повороту направо. Так, теперь нам нужно вот сюда поворачивать, да? Поверните направо. Пока был зеленый, крутим. Поверните направо. И теперь, ребята, вот сюда. Отлично. Ну, можно, в принципе, припарковаться. Лишние 15 опыта точно не будут. Все, друзья. Давайте, кстати, посмотрим сейчас, сколько нам минусанули. Если такое вообще было. Да нет, нет, особо с нас ничего не сняли. Мы, ребята, почти добрались уже до 8 уровня. Я надеюсь, серия вам понравилась. Поддержите ее лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока.